Всем привет, с вами ваш любимый канал Супер Тюнинг, и сегодня мы делаем тюнинг проект автомобиля Mazda SX5. Итак, приступим. Вот он, наш такой замечательный кроссовер 2013 года выпуска. Итак, начнем тюнинговать этот автомобиль. Итак, начнем. Давайте начнем с радиатора. Что мы можем поменять? Вот, поставим такой радиатор без значка для начала. Теперь. Начнем с фар. Вот наши стандартные фары, да. Давайте попробуем их. Можно поставить затемненные. Они так выглядят более экстравагантно, затемненные фары. Значит, ну, задние фары тоже затемним. И на этом остановимся. Так. Теперь зеркала. Нет, давайте посмотрим лисички. Вот такие вот лисички. Небольшое закрытие фар мы поставили. И поменяли уже этим автомобиль. Так. Теперь подвесочка опускается. И переходим к бамперам. Вот он, наш бампер. Давайте посмотрим, что есть ли у нас возможность поставить какой-либо другой бампер. Вот такой вот бампер мы ставим на наш автомобиль. Так, задний бампер. Давайте теперь сделаем задний. Вот такой вот задний бампер у нас установленный. Так, теперь стоит ли нам менять пороги? Думаю, да, стоит. Давайте посмотрим, что у нас есть, какие пороги мы можем другие. Вот такие вот пороги с трубкой мы поставили на наш автомобиль. Напомню, это Mazda SX5. Это кроссовер 2013 года. Смотрите, насколько она изменилась. Так. Что еще? Давайте капот. Вот этот вот замечательный капот. Посмотрим, что можно сделать с ним. Итак, мы поменяли капот, добавив в него всего лишь небольшую полосочку, что все равно сильно сказывается на нашем автомобиле. Так, что еще? Давайте я хочу поставить воздух капота. Вот такой вот экстравагантненький. Я таких воздуховодов капота не видел. Давайте тогда уже и верхний воздуховод попробуем. Нет, давайте. Вот, смотрите, какая прелесть у нас получается. Так, и теперь. Я даже и диски менять не собираюсь на этот автомобиль. Потому что до такой степени все хорошо выглядит. Все, единственное, можно поменять. Хочу капот. Изменить тип краски на матовый и сделать черным. Вот такой вот капот у нас. Также можно, если получится. Так, давайте воздуховод тоже черным сделаем и попробуем сделать. Нет, крышу. Вот она, наша крыша. Так, это спойлер. И вот. Не хочет, посмотрите, никак наша. Вот так может получится. Вот. Так, матовый тип краски. Отлично. Вот, смотрите, какой автомобиль у нас получился. Вроде бы мы сильно ничего не меняли, но тем не менее автомобиль просто чудо. Не знаю, супер, просто супер. Давайте немного сделаем тонировочку. Да, вот такая тонировочка ему подойдет. И теперь нам осталось только поставить для него какой-либо фон. Вот такой вот фон для нашего автомобиля. Отлично, я считаю, фон. Хорошо на нем смотрится. Я напомню вам, что это Mazda CX-5. Это кроссовер 2013 года. Итак, на этом мы будем заканчивать свой тюнинг-проект. Если вы хотите увидеть свой автомобиль на нашем канале, пишите в комментариях марку и модель вашего авто, и мы бесплатно сделаем тюнинг-проект вашего автомобиля. Ну, на этом я буду заканчивать свой тюнинг-проект.
Всем пока, подписывайтесь на наш канал, смотрите следующие тюнинг-проекты. Пока-пока!